Говорят, что в российском шоу-бизнесе много геев, однако сложно вспомнить хотя бы одну звезду, кто открыто подтвердил этот слух. Чего не скажешь о зарубежных звездах. Сегодня мы расскажем вам о камин-аутах, которые шокировали многих фанатов. Исполнитель роли физико-теоретика из теории Большого Взрыва, актер Джим Парсонс, в 2012 году сделал шокирующее заявление. Выяснилось, что Парсонс более 10 лет скрывал серьезные отношения с неким мужчиной. После каминг-аута журналисты выяснили, что его избранник Тодд Спивак, американский графический дизайнер. В 2017 году пара узаконила свои отношения. Нила Патрика Харриса, звезду сериала «Как я встретил вашу маму», всегда считали ловеласом, поэтому признание актера в нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью журналу People в 2006 году удивило его поклонников. Камин-аут Харрис совершил на волне только зарождающихся отношений с Дэвидом Барткой, который впоследствии стал его супругом. Ирландский актер Эндрю Скотт стал любимчиком женщин после того, как сыграл обаятельного злодея Мориарти в сериале «Шерлок». О своей ориентации он заявил в одном из интервью мимоходом, отвечая на вопрос, далекий от темы ЛГБТ. Актер Кристиан Нерн сыграл слабоумного слугу Старка Ходора в «Игре престолов». Нейр выглядит довольно брутально, и поклонники никогда не могли бы подумать, что он гомосексуалист. Признание актер сделал во время общения с фанатами на одном из форумов. «Когда речь идет о гей-сообществах, речь идет и обо мне. Я никогда не скрывал, что гей, просто никто не спрашивал об этом», — признался Кристиан Нейр. Закари Куинто несколько раз выступал за права геев и даже участвовал в акции, направленной на поддержку подростков-геев, но не подтверждал слухи о своей ориентации. Поэтому камин-аут Куинто не стал чем-то грандиозным. Актер рассказал об этом между делом, рассуждая о проблемах гомосексуализма в одном из интервью. Звезда сериала «Белый воротничок» Мэтт Бомер открыто признался в своей гомосексуальности в феврале 2012 года. Со сцены он поблагодарил за поддержку своего мужа Саймона Холла и их троих детей. Это признание вызвало резонанс среди поклонников Бомера. Сэр Иэн Мари Маккеллен давно не скрывает, что относится к гомосексуалистам. Известный по роли Гэндальфа из «Властелина колец», актер рассказал о своей ориентации еще в 1988 году. Это не помешало ему получить судьбоносные роли в кино. Маккеллен активно борется за права ЛГБТ-сообществ и призывает всех актеров-гомосексуалистов совершать камин-ауты. Ну и вишенка на торте – актер и режиссер Кевин Спейси. В конце октября 2017 года актер Энтони Рэп рассказал, что в 1986 году Спейси пытался склонить его к сексу. В ответ Спейси совершил вынужденный камин-аут, признавшись своей гомосексуальности. Впоследствии 15 человек обвинили Спейси в подобных случаях домогательств. После этих обвинений карьера актера стремительно пошла вниз. А кого из представителей шоу-бизнеса вы считаете гомосексуалистом? Если вам нравится наш канал, поддержите нас лайком и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски.